Муссолини, 34-й. А, давай, пошел. Вы в города и заработал день. Ныне мою жопу возит новый нет. Олесь, вот по-любому будет ответ только в города и заработал день. Жопы мы думаем, ну. Шестилетний я первый раз иду к зубному. Мама, это не больно. Дети в соседнем кабинете. А я еще на стриме тогда сидел, блядь. Я же Вове этот видос и скидывал с мемами, блядь. Он сначала посмеялся, а потом сидит, смотрит реакцию Хесуса и такой, это смешно, блядь. Кто зарейдил? О, Драгонил зарейдил, спасибо большое. Я хуй. Кидайте жаб, кидайте жаб. Дефаемся жабами. Это что, смешно, блядь? 2 hours later. Это что, смешно, блядь? Here comes the money. О, жаба! Here we go. Money talk. Here comes the money. Подуси, прошепчу тебе на ушко. Твоя мать, шлюха. Ой-ой-ой. Я 3 миллиона выиграл. 3 миллиона проиграл. А казино легальное только в Сочи в России или нет? По-моему, уже только в Сочи, да? В Беларуси, в Минске. В России, я говорю. Я говорю, в Беларуси. Ой. По-моему, это было уже, нет? Ну в чем прикол, блядь, я не понимаю. И меня чуть не выгнали с экзамена. Ебал он нахуй! На цепь повяжет, блядь, нахуй, это хорошо было. Милый, он высокий, у него прекрасные глаза и потрясающая улыбка. Я не называл его имени, но он возник в твоей голове, не так ли? Чунгачак из BTS. А BTS распались, да? Это правда или нет? Есть информация. Я у Синта в ТикТоке видел то, что там новость какая-то, то, что BTS распались, блядь. У меня память как у долбоёба. Подрастёшь, узнаешь. Подрос, не узнал. Ебать мне хорошо стало. Они, эти доктора каким-то образом могли по залупе у тебя осанку определить. Ебать жизу рассказываю сейчас конкретно. Кто бы еще рассказать? Да чё? Да я такой, блядь, уебан тупой. Я-то... Всё. У тебя сдохла мать. Некого больше ебать. Но мне ни капли не жаль. Ну, красотки. Долбоёбы такие числа писать. У меня всего 9. Иди нахуй. Я мать сказали. Блин, ну реально дохуя стоит подписка. Когда уже эти изменения вступят в силу, не понимаю. Не понимаю. Когда изменения вступят в силу эти? Следующий по два раза повторяется. Это невозможно смотреть. Вот ощущение, что встал. Бля, вот только Хесус и Вова меня один раз ставили. Вот ты! Да, любуйся, блин. Ну это, по-моему, она Соболина выкладывает видосы, где ее отмечают. Хай, у меня вчера была дуэр, думала, будешь стримить, поздравишь. Дядя Диме, хай-хай, чуюсь, детка. С днем рождения, с прошедшим днем рождения. Снюхай! С прошедшим днем рождения. Вот те, кто только сейчас пришел, мы тут рассматривали заявки на разбан. Вы много чего пропустили, блядь. Вы пропустили, как я соседа тушил этим. Не соседа, а вот этих сверлящих долбоебов тушил, блядь, музыкой своей лютейшей. Да. Кто пропустил заявки на разбан, автоматически попадает в бан. О боже. Нахуй отсюда. Уба, я бы кончил для тебя. Господи, ну вот опять. Ну, просто второе предложение пишет и уже говорит, что он бы кончил. Ладно, что? Думаю, так будет лучше. Господи, ну вот опять. Ну, просто второе предложение пишет и уже говорит, что он бы кончил.
Блядь. Нет, ты сказал, что бустер говно. Симпл-димпл круче. Нет, попыт круче. Симпл-димпл. Блин, так этот трек доебал. Симпл-димпл. Нет, попыт. Раньше он в башке заедал и как-то... У тебя в голове флекс происходил, а сейчас уже что-то вообще нет. Димпл маленький, красивый. Слаперсы круче. Симпл-димпл, он крутой. А попыт вообще крутой. Симпл-димпл. Попыт, 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 попыт. Попыт, попыт. Эта история... Почему я все чаще начинаю, ну, типа, мне вообще похуй. Но я один заметил то, что чаще стали появляться, как будто назад во время люди переместились и появляются, блядь, так, ну, типы с такими же, с таким же стилем, с такой же прической, типа, ну, типа не такие, я не знаю. Ну, чё, ну, блядь. Как описать? Эмо, блядь. Эмо возродились как будто нахуй и вот снова заспавнились на улице Питера. Я не знаю, альт, не альт, блядь. Контрол, шифт, нахуй. Не ебу. Что значит, блядь, альт? Альт это типа не такие, как все, блядь? И их так называют или что? Это новое название, блядь. А, нет, это клавиша, блядь. Я не понял. И нахуя? И шо? Шо за хуйня, блядь? Чё это такое? Что это, блядь, такое? Что это за пиздец? Слава Украине! Героям слава! Блядь. Слава Украине! Героям слава! Попугай гениальный, блядь. Встречайте! На сцене... На сцене. Хуй. Пиздишь, блядь, кого лезет? Твой баян. На баяне. Шапочка Десна, чтоб тебе спокойнее спалось. Вот, вот тебе какао-бобсы. И вот какао-бобсы. Деревья будешь выращивать, если там с голодухи помирать будешь. Это ж Саня, блядь, это ж секс-бомба, да? Кусочек дома тебе надо будет, чтоб ты не соскучился. Да, это секс-бомба. Чтоб ты не скучал. На, вот, возьми. Всем привет! А ты подписан на мой YouTube канал? Если нет, то переходи по ссылке в шапке профиля и подписывайся. Там еще новое видео вышло. Подписывайся. Пососи! Меня зовут Толян. Через букву А, потому что я блатной дохуя. 90-е. Крышевал я рынки. Каждая паскуда сидел жопой на вилке. Всем привет, и сегодня мы окунемся в темное прошлое. Обманчиво. Да хесу, чтоб домой попасть, блять, там нахуй 3 паспортных контроля пройти, блять, через металлодетектора, нахуй. Там пиздец. Мы с батьком, когда к нему там поднимались на этаж, там ебанутейшая охрана там была, блять, в Москве-Сити, блять, хуще хуй. И добродушного туда не залезь, блядь. За годы своей активности на Ютубе дедушка в дальнейшем сумел собрать аудиторию, видя в нем милого, добродушного дедушку с чистой и доброй душой, который поет песни, общается со своими зрителями, поздравляет их с праздниками и передает им привет. Поздравляю тебя с 15-летием, совсем уже взрослый человек, счастье тебе. Дедушка, блядь. Так было до недавнего времени, и пока фотография не сплыла на самых жутких уголков Реддита, где традиционно обсуждаются самые темные явления человечества, публикуются фото убийц, преступников, насильников и жертв. Для многих увидеть фото этого милого дедушки на столь ужасном разделе форума было, мягко говоря, неожиданностью. Милейший пожилой кавер-артист Ютуба, на самом деле, недавно обвиненный в сексуальных домогательствах преступник. На этой сфотке мы видим 73-летнего пожилого мужчину. Судя по данным, он был арестован за сексуальное домогательство по отношению... Вес 5... Вес 100 килограмм, ебать! Или это не килограмм, а что это за хуйня? Ебать, 5 метров рост.
Видим 73-летнего пожилого мужчину. 5 метров 100 килограмм, нихуя. По отношению к несовершеннолетнему мальчику. В итоге мы имеем настоящего преступника, который ведет собственный канал на YouTube и в перерывах совращает малолетних в реальной жизни. Блять. О, обновление. Обновление. Последнее заебись. О, это же Мишаня сидит. Бля, Мишаня бедный нахуй, не стримил уже 35 тысяч лет. Надо, чтобы у Мишани было 2000 зрителей и минимум, когда он вернется. Я считаю, блять. Так, насколько там...